конца, как можешь. До конца. Вообще это твои любимые персонажи. До конца. Еще раз. Вы его все делаете. Ты не можешь уже крутиться. Не полностью. Вот заканчивай, растягивай. Растягивай. Не сиди, как дистракт, говорю. Побыстрее чуть-чуть. Что ты как это? Ты не тащи пятки по это, а тебе сказали приземленно, слегка. То есть ты должен это. Ты их тащишь. Ну, Саша, ты наверх поднимаешь. Почти здесь. Ну, не шоркой, а нормально. Во. Поднимай, к себе. Вот сюда. Ну, ничего страшного. Голову положи. Вы хоть по 10 раз сделайте для приличия, это ёлы-палы, ниндзя. Упражнение запоминать, потом будете делать. Я в YouTube выложу, потом посмотрите. Каждый день должны это смотреть и делать. Ноги не опускай. Себе. Вот. Чуть-чуть. Две прокачки. Спина. Вот очень правильно качаешь. Не можно расслабить руку по-другому сделать. Поставить на себя, не можешь туда. Да, чуть-чуть. Значит, неправильно. Значит, сильно напрягаешь. Значит, сильно напрягаешь. Голову положи, Никита. Спина должна быть там это, лежать спокойно. Ты выдышите, вдох-выдох-то вот, делайте, а чего? Сейчас я еще правильно сделаю. Вот, дышите вот, через раз. Вот правильно. Вот, правильно. Вот, правильно. Никита, ты ногу вот, чувствуешь здесь, или здесь спину? Старайся. Старайся, Костя. Ну, лень убираешь, постоянно. Просто Костя, он на спину делает. Ну, давай, попарно. Делай. Лень, давай. А? Да ничего страшного, она назад потом скатывается. Ты ему под, чуть-чуть подтяни и все. Ну что, тоже пойти? Да, хорошо. Вставай. Это неплохо и нехорошо. Да сними вот это свои опилки. Сильно так что-то не кажется. Смотри, смотри, бок подставай. Смотри, смотри, смотри. Старайся, чтобы у меня в одно положение было. На меня, чтобы носок ты не показывал. Вот, идешь. А, все, все, все. Вот, да. Старайся внутренние связи работать. Смотри, Костян, посмотрите на меня. Забивайся. А что ж такое? Ты стань красивым. Все, все, зажимайся. Не может быть такого. Просто раз сделали. Смотри, Костя.
что я просто задний. Ребята! Посмотрите на меня. Смотрите, когда мы уводим, вот сюда не надо уводить ни себя, ни ногу. Вот ровненько встали. Вот. Ведь. Вот движение. Вот ноги. Пусть хоть 10 раз сделает, он халява вообще. К стенке пошел. А, сначала я тебе сделаю. Вот его точно надо дрессировать на все эти движения. Посмотрите, чем выше вы подняли, тем легче вам и вашу связку надо растягивать. Посмотрите на этом упражнении, ребят. Вот ваша гибкость, это тоже связка, должна быть тоже быть эластичная и гибкая. Сначала, прежде чем это делать, упражнение немножко подните, поэтому я говорю, разогнитесь хорошо, чтобы разогреть и погнуть. Вот с этого положения старайтесь. Когда это упражнение делаете, неделю так, неделю, например, вы уже должны вот отсюда аж вытаскивать. И постоянно вы должны вытаскивать. Спину выпрямь. Носок на себя напрямь. Давай, пошел. Вот, хорошо. Не поднимай, ровно должен лежать, ляж. Вот это вот у себя, вот вообще за тобой следить надо. Да-да, за ним надо. Это не только коленом страна, а еще руки у вас. Руки ладно потом, давайте с коленями. Подберемся. И это только реально. Брось ее. Ногу ровно вот так. Вот, опускаешь ее вниз. Ляжь ровно, что ты руки вдоль тела, упирайся. Вот. Вторую ногу тоже расслабь. Чтобы она его не спускала. Вокруг обмотни его. По-другому, Никита, сделай, сними с него это кольцо и вот так еще раз продень. Еще, нет, нет, не то делаешь. Просто еще раз эту же резинку продень в это кольцо и на ногу ему закинь. Да, вот так. Вот, и вот этот хомут теперь ему на ногу. Во, вот так и затяни ему. Давай, делай нормально. Арман, хорошо. Вот они тебе надо. Вот опять. Здесь смотрите, смотрите, как он лежит. Вот ты даже криво лежишь. Видишь? Он вообще не лежит. А это здесь. Мирно ляж. Ровно ляж. Все, подними теперь. Стой. Видишь, растяжки не хватает. Не тяни его, порвешь. В какой степени поднять, чтобы он сложного положения смог. Видишь, нету растяжки. Выруби ему на беззвучный, Никита, поставь, потом разберется будильник. А, будильник, тебе пора вставать. Это очень плохо. У него вообще ничего нету, дохлятина. Посмотри, первую неделю вот с этого было, потом вторую неделю побольше. Ляж вот так. Не изгибайся, что ты как вобла на сковородке. До конца кусок держи. Опускаешь. Вот. Хорошо, он нельзя. Да, опускаешь. Вот сейчас молодец. Хорошо, нельзя. Пиши, пиши. Все правильно. Вот вам тренажерка вместо ваших этих, все вот это хотя бы научиться делать. Натяни косточку. Вот, чувствуешь? Носки на себя. Как ноги задевают. Надо чуть-чуть расслабить. Носки на себя. Носки на себя. Хорошо. Не, одевай сразу блюдо. Вторую делай давай. Вторую пусть делает, дохлятина это. Ты вообще должен это как отче наш, понимаешь, утром встаешь и как молитва, блин, у тебя должны быть эти упражнения. Блин, ровно, давай, дальше нормально. Это же для тебя, это не для нас. Нормально так? Мы уже это все прошли. Дизина, не сильно там тоже. Нашел сначала тут. Видишь, согнутая? Да. Нашел. Дизина, не сильно там? Ты можешь прямую. Нормально. Все. Ну, ты не понимаешь, что 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 ты не поним
Дальше. Ну, конечно, ты уже бываешь. Тащи. Понятно, да? Значит, твой угол всего лишь. А ты тоже не достичь. Да это у него будильник дурацкий. Тоже, видишь, где максимально? Видишь, вот она. А потом, чтобы ты делал шум сюда, чтобы бросать, чтобы оттуда вытаскивать. Понятно? Цель такая. Давай, не спать сразу. Да, все сзади. А чё бошку-то задрал-то, голову-то опусти. Сиди как этот гусь лапчатый, подглядываешь. А что делать, если кого не... Рукой этот, не ест. Спину ровно, как показывали. Спина должна быть ровная, носки, Серёжа. Спина ровная. Чё ты сюда отнесешь, сейчас стенку будешь бить такой. Нормально. Встань ровно. Не так не обладаешь, как тебе показывали. Ровно встань. Нет, ты придерживайся. Я ну ты вот так лёг! Ты вот лёг! Ты так лёг, блин! А ты вот с ровно сейчас стоишь, вот и ровно стоишь. Вот, иди, на ковер. Или на ковер, или вот так. Вот, всё, вот, вот там ты, красавец. Всё, ровно, так держи себе. Заводи. Не надо вот сюда заводить. А вот, вот. Раз, расслабь чуть-чуть его. Серёж, нормально? Заводи ровно. Корпус, видишь, какой джопа? Ты ему... Джопа ходит. Все проблемы уже здесь. Никита, держи его жопу. Вот, вот, вот. Сережа, к себе ближе. Понимаешь ты? К себе ближе ногу, не надо ее махать впереди. Жопу держи, Дамир. Не наклоняйся вперед, Дамир, ровно стой. Ты сразу начинаешь подглядывать на ноги и наклоняешься. Ребята, не подглядывай. На этом упражнении вот вы даже ровненько, видите, не вот так и не вот так, а вот вот вы ровненько стоите, вот дугу посмотрите на него, он стоит ровно, все и поехали. Давай. Ровно давай. Все. Все. Вот. Давай, все, давай. Учись. Ровно спинка. Все, Саша, отлично. Выходи, выходи, чтобы это, Сереж. Это упражнение, смотрите, ребята, это упражнение полностью стоять. Единственное, которое мы стоим, но носок на себя здесь берем до сих пор. Ровно. Ну не бы носок вот так. На вот этой ноге аж вот так завернулся во сне. На этом упражнении, смотрите, видите, он подсел на эту ногу. Нет. Мы стоим ровненько здесь, на этом упражнении, когда крутить начинает. Особенно смотрите за поясницей. Будете здесь, закачка пошла, опять позвонки не там. Опять закачка не туда. Одно делайте, второе не верьте. Ровная поясница. И в WhatsApp не получится, в YouTube я скину. Зашифрованный. Зашифрованный YouTube, чтобы никто не смотрел, только вы. У меня это. А почему нельзя в WhatsApp скинуть? Или там по времени? Там по одной минуте скидывается. Я в YouTube закину зашифрованную эту и ссылку вам дам, вы зайдете. Нет, ну давайте не надо. Нет, она закодированная группа только для нас. Чтобы они смотрели сами и учились. Нормально? Да. Ну ты опять сейчас вот туда клёт. Встань на руке. На голову подними. Вон. Голову подними. Вот, сейчас, вот. Посмотри, пожалуйста, да. Еще раз. Голову поднимаешь и сразу нормально. Да. Я тебе же только... Не прилипай ты к стене. Он не может без стенки жить. Вот ты ровно. Я вот ровно собираю чуть только туда. Все, зафиксируйся. Жопу держи. Он как балерина, ему надо держаться. Видишь, жопа сюда. Нет, держись как хочешь. Поэтому. За подоконник держись лучше, раз тебе удобно. Вот. Дыши, Даня. Нет, криво стоишь. Чё ты? Вот, видите, носках. Всё, нытик. Где? Давай, Никита.
самым... Да, за счет противовеса. Вообще без рук надо это делать. Следующее это крути коленом.